А теперь давайте сделаем обезьяне подходящую машину. Ну, лоу-поли машинки мы с вами давно умеем делать. Допускаем. Хотя, зачем допускать? Сейчас я подниму лучше обезьяне морду. Пек-мод. Так, смотрим сбоку, поднимаем вверх. Нет, G по Z, вот так. Это вот здесь оно у нас будет. Вот теперь можно уже поставить машину. Куб. Раздвинем его. По Y. Нет, вот так. Небольшую машину будем делать. По ширине. По ширине тоже. По X. Так. Может быть еще чуть-чуть. S по Z. Так, наверное, будет достаточно. Ну и... Если мы перейдем в Edit мод, можем взять вот эти два ребра. Это, может, сначала это. Ctrl-B. Нет, во-первых, мне это не нравится уже однозначно. Так. Вот этот, если только этот нам выбрать. Так, Ctrl-B. Ctrl-B еще раз. Вот теперь правильно. Так. Отлично. Это немножко поменьше сделаем. Ctrl-B. Так. Далее возьмем с вами цилиндр. Выбрить здесь не будем. Просто возьмем сейчас вот, так, цилиндр. Где у нас цилиндры раздают? Вот здесь у нас цилиндр раздают. Так, мы его по оси Y повернем. На 90 градусов. Так, теперь увеличим длину, сделаем побольше, посмотрим сбоку, вытащим наверх. Зато я только, наверное, что еще немножко сделал. Так, и эту штуку мы можем вот отсюда из вот этой вычистить. Вот так здорово. Хорошо. Сделаем поуже все-таки S, Y. А, нет, S, Z. X, а не. Вот так. Далее нам нужно опять с вами цилиндр. Но без выделенных этих цилиндр. Он должен опять у нас быть повернутый, но теперь уже по... Да нет, все так же по Y. Теперь нам надо увеличить радиус. Где-то вот так. Уменьшить эту длину. Много еще. Еще меньше. Вот так вот хорошо. И вывести его из локации вот сюда.
И по локации еще Y вот сюда. Так, еще поменьше радиус сделать. Хотя вот так можно сделать. Да? Отлично. Все. Теперь говорим. И передвигаем так само с обоих сторон. Нет, не с обоих сторон, жаль. Сейчас мы отключим пока кое-что объект. Вот этот объект мы отключим. Вот так. И здесь с обоих сторон возьмем сейчас. Вот здесь и вот здесь. И делаем так. И двигаем это полукружие, вернее, круг этот двигаем по Y. G по Y. Вот так. Отлично. Теперь делаем прозрачным, смотрим сбоку. И удаляем. А нет, сначала, ребята, давайте сделаем так. Вот этот и вот этот, да? Мы ему скажем face, пожалуйста, edge, вернее, edge, bridge. Дырку сделать надо, да, вот так, вот теперь правильно. И теперь смотрим сбоку, говорим прозрачность, и можем вот эти вот все удалить. Тут все. Оп, не рассчитал. Давайте мы вот это сделаем, да, вот так лучше. Скажем, удалим verticals. Все. Здесь нам надо обязательно закрыть эти. То есть сказать раз, два, три, четыре. F. Кому нравится с ребрами закрывать, лучше закрывайте с ребрами. Мне почему-то кажется надежнее, не знаю почему. Так, теперь можно включить. И видеть, что вернее, сначала так. Теперь берем объект и тащим его вот вниз. И даже делаем его побольше маленько. Вот так. Одно кольцо. D. Нет. Shift D. А, у нас правильно. По Y, да? И два не получилось у меня случайно. Да, получилось, я так и думаю. Так, здесь теперь по одному, все хорошо. Почти готово. Эти мы продублируем, естественно. Свяжем их вместе. Да, можно. Ctrl-E. И скажем, объект дорогой, set origin, курсор 3D. Убираем отсюда все трансформации. Говорим, что нам нужен mirror. Вот он. Все, он встал туда, куда нужно. Отлично. Теперь займемся каким-нибудь украшением. Еще здесь колеса можно поставить. Так. Давайте.
Тут все нормально. Колеса, фары или еще что-нибудь, что у нас по времени? 10 минут, нормально. Мы возьмем с вами сейчас наш объект кубик. Вот этот. Так. Его немножечко раздвинем. G. Вернее, S по Y. Так. И нам еще один цилиндр сейчас вырежем. Так. То есть мы возьмем теперь цилиндр. Наш. Где у нас цилиндр? Вот он цилиндр. Вернем его по Y на 90. Размер он узнает, а вот эти нет. Я имею в виду повороты всякие разные. Растащим его. Так, и теперь мы можем сказать, что вот это, пожалуйста, из вот этого. Отлично. Так, и вот этот, вернее, вот этот момент я хочу поднять чуть по Z. Вот так. И этот тоже тогда придется. Тогда этот придется. G. По Z. Есть. Теперь на этом фоне очень грубо смотрятся подкрылки эти. Вот так. Можем даже их поднять немножко ниже под эту. Готово. Хотя еще не готовы. Я хочу здесь сделать следующее. Ну-ка. Это кубик. Кубик этот сдавить. Сдавить. И по ширине, конечно, побольше. S по Z. По X, вернее. Так. И таскиваем по Y, S по Y. Вот так. Опускаем вниз. Вот сюда. Ну и здесь уже издеваемся как хотим. И вот берем вот этот. Это ребро. Это не надо. Вот тут я имею в виду. Ctrl-B. Ну, видим, что... Так. Надо убрать все его трансформации. После этого будет нормально все действовать. Вот этот. Ctrl-B. Вот так. Закругляем. Отлично. И тоже делаем то же самое. И закругляем. Ctrl-P. Закруглили. Да, похоже уже на
машину. Далее говорим объект. Это вот это у нас объект. А чуть опускаем. Смотрим сбоку. И чуть опускаем G вниз. Так вот. Вот так вот хорошо будет. Отлично. Здесь. Смус только по 30 градусам, естественно. Ну и остались фары. Фары сейчас сделаем. Это тут же цилиндр будет, да? Я думаю. Только перевернутый по иксу теперь. 90 градусов, да? Вытянутый по игреку сюда. Сюда. Где-то там. Маленький сделаем и узенький. Можно радиус чуть больше сделать. Вот так вот. Все отлично. Далее мы берем этот самый. Переводим его в Edit Mode. Уменьшаем S. Так, и теперь Ctrl-B. Вот так. Этот тоже немножко. Ctrl-B сделаем. Готово. Так, это фару вот сюда. Смотрим спереди. Джи. Вот сюда. И теперь объект это режим 3D курсор. Все настройки убрали. Говорим, что у нас мира. Все, он встал сюда. Все тут хорошо. Далее говорим, что смус. Опять же, не забываем 30 градусов. И двигаем G по Y. G по Y. Отлично. На сзади две плямбочки. То есть мы возьмем сейчас этот же. Скажем Shift D. Сюда перевернем. По Y, да? И повернем по иксу, R по иксу на 180 градусов. А, нет. Так не пойдет. Во-первых, нужен объект. Сотарирован геометрию. И по иксу, ну да. А что? 108 градусов. R, X, 180. А до этого они как были? А, вот это они были как надо. Так, значит тогда мы ее G вот сюда, по Y. И еще одну делаем. Смотрим спереди и сзади. Так, с помощью D вот сюда перетащим по X. Есть. Остались колеса. Время сколько? 19 минут.
Так, меш, цилиндр. Да, куда нам его надо развернуть? По оси Y, да? На 90 градусов. Вот так. Так, потом вывести его по оси X. Сюда, к примеру. Далее увеличить. Двигаем, двигаем. Опускаем вниз. Еще немножко двигаем. Делаем, может быть, чуть меньше. Все-таки машина обезьяня. Так, и теперь пошире, чуть-чуть поширше. Почему? Хотя нет, не надо. Вот так достаточно будет. Прекрасно. Далее. Что мы делаем? Мы берем, идем в Edit Mode, берем только эту сторону, говорим И, выдвигаем вперед ее, И, берем И, задвигаем внутрь, говорим И, чуть-чуть, и выдвигаем вперед. Е. Вот сюда, вот так. Вот такую мы ее сделали. Так. Чуть-чуть вот так сделаем. Да, все. Так, прекрасно. Теперь сдвигаем ее на место. Смотрим спереди, да? Джим. По X. Вот она. Далее можем сказать объект. Объект set origin 3D курсор. Все убрали. Идем mirror вызываем. Зачем нам было? А. Был, был, был. Все правильно. И, кстати, тоже был, надо сказать, что Apple. Если мы довольны, то ничего. Кукурыжится так. Mirror встал. Смотрим отсюда. Сбоку, да. Берем эти два Shift-D, двигаем по оси Y, опускаем обезьяну. Вниз. G по X, по Z. Вот так. Нам видно, что придется поднять Edit вот этот вот, опустить, вернее, G вниз. G, вот так, все. Теперь прекрасно, обезьяна везет шикарный подарок. Мы его сейчас сюда присобачим. Итак, объект, empty нам не нужен. Так, поднимаем. Уменьшаем чуть-чуть. Так,
Далее развернуть ее надо R под это на 90 градусов. Точно. Или наоборот. Так, R по зету на 180. Вот, так будет правильнее, логичнее. Смотрим отсюда. G. Угу. Есть место еще? Есть немножко. Угу. Даже побольше можно сделать. Вот так, чтобы она ее захватила. Но тогда она касается автомобиля. Да, вот этот вот. В этом случае нет. Все, обезьяна с гранатой готова. Останется покрасить ее. Ну, сейчас обезьяна готова, а автомобиль мы сейчас какие цвета раскрасим, и все будет тогда. Ну, давайте сделаем сейчас покраску. Черный, допустим. Тоже черный. Сам автомобиль может быть красным у нас. Так. Ну, а эти, даже не знаю. Может быть, оранжевый сделать. Так. Здесь тоже. Сделать желтым, и эти тоже желтые будут, хотя пускай будут белые, наверное, это и это. Так. Вот эти белые, это перебор, мне кажется. Ну, посветлее можно сделать. Если мы вот этот возьмем цвет, да, так будет веселее смотреться. Ну и все. Вот у нас есть уже с вами обезьяна с гранатой. Я вас поздравляю. Немножко смешно. А что сделаешь? Бывает. Вот. Эти надо раздвинуть между собой. Так, это будет S по X сюда. Да. Где тоже. Готово. Хорошая машина, хорошая граната и обезьяна. Ну все, справились. Не знаю, как воспримут это стоки, как террористический акт. Что они в этом усмотрят? Посмотрим. Пока все с вами.